Вот это титульная страница сайта. Здесь можно видеть подразделы, вот все товары, продажа до 200 рублей, несколько категорий, вот первая, вторая, третья, четыре, пять, до 200 рублей пять категорий. Но если хотите посмотреть все товары независимо от цены, то переходите на вкладку «Все товары». Вот нажали, и сейчас вот эти товары поедут. Вот, пожалуйста. В строчке по 4 штуки. Вот 20 первых проехали. Если вам нужно дальше, вот здесь вот показать еще. Нажимаете, топнули по этой строчке. Следующие выходят. 4 по 5, еще 20 штук. Добавляете, показать еще следующие. И вот следующие товары появляются. И так далее. До 700 штук товаров можете посмотреть. Если вам нужно какой-то посмотреть, то вот нажимаете быстрый, не быстрый просмотр, а также топаете по фотографии. И быстренько получается фотография образца. Вот с другой стороны, где он найден. Но если вы хотите посмотреть образцы до 200 рублей, ну вот, например, нажимаем первую группу. Вот, пожалуйста. Вообще образцы Урала, Казахстана, Дальнегорского месторождения. Вот даже кварчик 30 рублей. Халцедон, небольшой образец, это бесплатно в подарок пойдет, кто закажет. Солнечный камень, вот ихтиоглипты марганца. Несколько друз с полевого шпата есть, смекки, адоя, копьтопазница. Вот это. То же самое, и когда топнем на вторую группу до 200, вот, пожалуйста, здесь и перелифты, и кварцы, крокоид, первомайско-зверевское месторождение золота, перит, солнечный камень. Далее, есть две группы от 200 рублей до 500. Ну вот, например, вот это вот. Тупаем на нее. Вот, пожалуйста, получается. Видите, аметист Скользкого полуострова. Опалосодержащая порода. Халцедон неплохой с крокоидом. Есть полированные плашки. Также показать еще, топаем на эту, пожалуйста. Вот это с Казахстана.
Коренной камень, Азурит, Малахит, пожалуйста, Казахстан, вот это, с лимонитом, здесь Дальногорск. Хризопрас, ну это кому-то для поделок. Кварц сирицы там есть, пожалуйста, полярный. Кварц гематита, Урал. Турмалин в кварце, вердилит. Ну, вот вторая, например. Кальцит голубой, барит с Крыма. Перелип с двух месторождений. Это эвдиалит кольский. Цитрин, кому интересно. Казахстан. Кварц дымчатый. Ну, также гранат. Вот это папиршпат с дальнегорского месторождения. Этот кварц Казахстана. Кварц с включениями турмалина – это Урал. Перелив разных месторождений, как с хрустального острова, так и шайтанский. Есть наборы. Набор вот более 30 штук. В описании можно посмотреть, откуда каждый образец. Есть интересные. Например, андалузит в пегматите Кобза, Нура и Жукова. Никто уже не найдет его. Все залито водой, завалено. Вот образцов свыше 1000 рублей вы не найдете на этом сайте по определению. Единственное, это чертежи отрезного станка по камню в бумаге 2000 рублей. И книга «Самоцветные байки» Маковецкого Александра со скидкой, этот выходит 1000 рублей. Так что милости просим. И еще на сайте действует скидка до конца июля. 25%. Заказ нужно сделать на почту. Здесь вы ее видите. Перелифт инбокс.ру. А остальные условия индивидуально договоримся.